Ну, итог не положительный, проиграли, к сожалению. Бились ребята, все старались, работали. Ну, судьба распорядилась так, что сегодня заработали одно очко. Со стороны показал, что очень активно начали, в стартовом периоде наиболее агрессивно играли. Была какая-то установка начать матч активно? Ну, установка всегда быть заряженным на борьбу, на силовую и на агрессию, но в пределах правил, конечно же. Впервые в регулярном чемпионате играли два матча подряд. Как команда себя чувствовала? Насколько это тяжело? Да и на предсезонке играли, на турнирах и 3 дня подряд. Как бы все ребята готовятся, все знают, как восстанавливаться. Я не думаю, что на это надо списываться на усталость. В первом периоде был эпизод, когда там силовой против тебя провели. Что там было? Как себя сейчас чувствуешь? Да все нормально. Как бы игровой момент. Если не было удаления, значит все было в пределах правил.